есть замечательный четвероногий друг семьи, любимец детей, взрослых. И как-то так случилось, что он убежал. Мы, честно сказать, очень переживали, раскаивались, делали все, что могли, близлежащие территории все дошли, но безуспешно. Были даны объявления, и расклеенные объявления, и на все социальные сети объявления даны. И вот как-то утром позвонили с полка патрульно-постовой службы и сказали, что найдено собаку, очень похожую на нашу Аду. Нам прислали фотографии, это оказался наш любимец, мы очень-очень обрадовались, начали спрашивать, как мы можем забрать собаку домой, нам сказали, что ее привезут. Хотим выразить теперь огромную благодарность сотрудникам полка патрульно-постовой службы за то, что спасли наше животное, проявили такую доброту, сердечность. Не прошли мимо. Огромное всем вам спасибо.